удивительного, поскольку он за свою жизнь не сочинил ни одной симфонии, ни одной оперы, ни какой-нибудь там контакт на худой конец. Он сочинял миниатюры для симфонического оркестра. Всякие такие веселые, очень популярные штучки. Одна из них так и называется «Пустячок». А еще у него есть пьеса, которая называется «Вальсирующий кот», «Синкопированные часы», пьеса для пишущей машинки с оркестром, «Колыбельная для Губача», «Джазовая пиццикада» и так далее. Очень много пьес, сотни. И одна другой симпатичнее. Его имя Лерой Андерсон. Обычно его пьесы исполняют на бис после больших концертов. Мы не стали дожидаться окончания. Я зову, они уже пришли. Солисты, видите, три трубача. Михаил Дружинин, Дмитрий Чернолихов, Степан Воробьев, все солисты нашего оркестра. И они сыграют пьесу, которую Лерой Андерсон назвал «Праздник трубачей». Это их праздник. Сегодня слушаем песню.